Пилот, майор Андерсон где-то здесь. Обследуйте объект. Встретимся на той стороне. Не попадайся больше, Бити. Срезать путь не буду. Все команды, участвующие в анализе ковчега, должны явиться в лекционный зал на презентацию генерала Мардера. Спасибо. Не думаю, что мы готовы к испытанию. Не забывай, что он заручил сегодняшний путь. Что это было? Похоже, что искажения на территории объекта создают временной разлом. Рекомендую... Раз навсегда нейтрализовав силы ополчения, мы поможем защитить всю человеческую расу. Да, пилот? Чем могу помочь? Напоминание. Персонал обязан... центров. Но данный объект ополчению неизвестен. Сколько у них подобных объектов? За 8 стандартных месяцев до начала операции «Палаш» 9-й флот ополчения захватил или уничтожил более 29 подобных объектов. Странно. Я фиксирую тут остатки моего собственного следа. Возможно, искажение влияет на работу сканера. Эти останки не соответствуют генетическому профилю майора Андерсона. Возможно, он еще жив. Рекомендую заглянуть в главный вестибюль приемной. Я бы пошел с вами, но, к сожалению, мой корпус не пролезет в дверь. Везет тебе. Обнаружен сарказм. Идти. Я нашел Андерсона. Он в потолке. Задание выполнено. Мы встретились с майором Андерсоном. Как бессердечно, Бити. Так точно. Сердце Андерсона не бьется. Его организм прекратил биологическую деятельность. После смерти Андерсона командование спецоперации 217 перешло к вам. Поздравляю с повышением, пилот Купер. Дальше идет инструктаж Андерсона от командира РСП ополчения Сары Брикс. Майор Андерсон, 2 недели назад мы перехватили переговоры АМС. Они нашли что-то на Тифоне. Был зафиксирован мощнейший выброс энергии, а вслед за ним временное искажение. Приказываю силам РСП проникнуть на объект противника. Есть. Я займусь этим вопросом. Это устройство, которое мы нашли во время операции «Гризли», защитит вас. Нам известно, что АМС наняла Кубина близко и его наемников для охраны какого-то важного объекта. Поэтому будьте осторожны. И, Андерсон, вы знаете, как я ненавижу писать похоронки. Поэтому не ходите один. Помните, РСП-команда. Пилот, часть данных, собранных майором Андерсоном, утеряна. Долг велит нам завершить выполнение специальной операции 217. Рекомендую отыскать устройство, которое Андерсон носил на запястье. Что нам нужно сделать? Цели задания обновлены. Я обнаружил брешь в здании службы безопасности. Предоставляю доступ. Я останусь и продолжу сканировать кольцевую структуру, пока вы ищете информацию устройства в здании.
Должен быть способ проще, Бити. Постараюсь найти. Окружаем его. Штаб, мы обнаружили нарушителя, но он двигается беспорядочно. Просим доктора Колбина. На позиции. Активируем. Мы обнаружили нарушителя. Он вооружен и опасен. Всем бойцам в области. Берем его в юго-восточном лифтовом холле на 4-м уровне. Доложите обстановку. Обстановка такова, что нас тут по стенам разматывают. Лежать, цель, огонь! Я не вижу цели. Подвога, подвога, 10-24! Меня слышите? Бета-4, где вы? Обнаружен нарушитель, подходит 73. Нам нужно бежать. Нельзя останавливаться. Испытание должно быть завершено. Пилот, я нашел запись Андерсона, которая может вам помочь. Начинаю воспроизведение. Журнал Андерсона 341. АМС действительно что-то нашла. Что-то способное искривлять пространство и время. Создали ее точно не они, но они ее ремонтируют. Их планы могут обернуться катастрофой. Конец записи. Если мы сейчас не протестируем... Доставки.
Журнал Андерсона 342. Источник энергии искажающего орудия называется «Ковчег». Похоже, корпус его оставляет желать лучшего. В этом пусто. Где же этот ковчег? Конец записи. Доставлен кольцем искажающего орудия. Выполняю тестовый прогон. Пилот, кольца около моей позиции пропитаны остаточной энергией. Теория. Сюда доставили ковчег, а затем здесь произошел мощный взрыв. Андерсон планировал провести разведку недалеко от центра активных колец. Был всего лишь тест. Следующая их цель — наша планета, Гармония. Они хотят нанести удар как можно скорее. Нужно сообщить об этом Сане. Стой, где стоишь, пилот? Я нашел тебя. Последняя запись майора Андерсона. Купер, я ознакомился с вашими разведданными. Возможно, у меня есть план. Встретимся снаружи. Я бы хотел немного поговорить о ценности человеческой жизни. Человеческая жизнь. Встретиться у колец, где я смогу просканировать энергосвер ковчега.
Здесь вражеский пилот, повторяю, что они вражеские. Я обнаружил пульт управления мостом, ведущим к кольцам. Я пометил его местоположение. Режим пилотирования. Похоже, что ваши действия в прошлом настроили оставшуюся автоматизированную охрану против нас и в настоящем. Задание. Я отметил местоположение пульта управления. Воспользуйтесь мостом, пока платформа испытаний искажающего орудия не взорвалась. Отлично, пилот. Сканирование завершено. Андерсон узнал, что АМС планирует уничтожить гармонию, планету ополчения, с помощью действующей модели этого орудия. Пилот Купер, мы еще не закончили. Мы должны передать эти данные флоту.